Но сейчас немного о празднике. Цирк зверей для детей. В зале аншлаг. 1600 ребят увидели сегодня праздничную программу. Бесплатное представление было приурочено ко Всемирному дню защиты детей. В зрительном зале дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, малыши из многодетных и малоимущих семей. Причем по инициативе главы региона Дмитрия Миронова на цирковое представление детей доставили со всех районов области. На входе зрителей встречали артисты театра мемов и клоуны. А вот главных артистов манежа, экзотических животных вывели после открытия программы. День защиты детей – чудесный праздник, который, с одной стороны, напоминает взрослым, что дети – это наша забота, это наша обязанность, и мы должны сделать все, чтобы наши детки были здоровыми, счастливыми, красивыми, творческими, нравственными. А с другой стороны, это, конечно, очередной повод сделать для детей очень хороший праздник.